вот вылетаем. Вот сегодня у нас 30-е. 30-е сегодня? Да что вы, 29-е. 29 мая. Поторопился я, поел и захватил вас за столом первый раз. А то прихожу всегда к шапошному разбору. Это перед занятиями так. Ну вот, видишь как. Слава тебе, Господи. А то не будет занятий. Из-за чего? Да, у Игоря жена заболела. Ничего себе. Причина тоже мне. Наоборот. Наоборот надо, что если кто-то болеет, еще ближе к Богу. На патриот. Лопуха нащупала. Лопуха надо, точно, лопуха. Ну, трапеза наша. Христианская. Ничего нету противозаконного. Я вот только против консервов. Владимир Вольфович Жириновский говорит, эту отраву, говорит, государство готовит на случай, если война будет только. Вот, поэтому да, никогда не ешьте ее. Там такие антикоагулянты, говорит, напущены, чтобы она не, на жаре не портилась. Такого не может быть. Если червь не ест яблоко, это яблоко плохое. Хорошее яблоко червяк всегда жует. Ну и чем мы сидим? И чем мы сидим? Господи, благослови. Все, правильно, нет, сказал? Все правильно сказал. Значит, я добился, что сала теперь никогда нету за столом. Так, консервы тоже сделайте, чтобы никогда больше не было. Кто принес консервы? А не знаем, чьи-то лежали, даже не знаем. А, это еще со второй Великой Отечественной войны. Да, да, да. Под ногами, смотри, тут не запнись. Ну и понятно, значит, показывает русские и два американца, как День Победы празднуют. И они там стреляют, сидят и обедают. И оказалось, что у русских самый хороший обед. А у них все консервы, разная трава. Ну зарядите, как Америка справляла День Победы. Так рассудительно. Как? Вы за столом не разговариваете, молча. Когда я ем, то глух и нем. Рот-то один. И мне там интересно, после, когда это где-то были на полигоне, стреляли, берет бутылочку, ставит и говорит, это не водка. У нас, говорит, если с собой оружие или стреляют, то хоть строго государство наказывает. Ни порошинки в глазу нету. Ну вот они смотрят это, победы, и как Путин выступает, и даже смотри, говорит, там, кажется, прослезился. Вот это зрелище. Говорит, а у нас, говорит, так, говорит. Ну, то есть, действительно, у русских победу справляет пышно. А эти американцы сидят, и кто видел этот фильм? Не видел никто, я два раза посмотрел. Они так, винтовка Мосина, и там американские, которые винтовка, как войну воевали. И они сидят и рассуждают все. Ну и смотрят фильмы и реплики. Ну, реплики по-английски, а надпись по-русски. Действительно, у русских, говорит, все с размахом каким. Спрашивает, а как долго готовились? 2 месяца маршировать. А которая техника? 3 месяца. 3 месяца. Это можно велосипед отремонтировать за 3 месяца. Вот такие тарелочки подбрасывают в воздух и стреляют, чтобы попасть в них. Называется стрельба по тарелочкам. О, тут какая у нас пища-то. Вот она пища какая. Симфония на жития святых. Распятие. Книга. Показывал. А, это положили на Златоуст. Вот. Наше сокровище. Оно должно заговорить после моей смерти. Ну, наелась. Скажи спасибо. Спасибо. Аполлинария? Верни, дедушка. Ну-ка, давайте. Благодарю. Маша где? Вот Яша. Так, Александр Михайлович, на благодарность. Бросай. Чистая дева, радуйся.
И покинку радуйся, твой сын воскресе тридневе над гробом. И мертвые воздвигну вы, люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалим, и слава Богу Господня, на тебе воссия. Ликуй ныне, веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Голушку, наклоняй голушку. Вот так, трапеза. Ты думаешь, мы с ней дома не занимаемся? Как планируется? С утра до вечера. Я не знаю. Ну, не понял. Доверяйся Богу. Не от нас зависит. Конечно. Правильно сказал. Так и действуй. Я про это и говорил. Главное – прославление Бога. А смерть в руке Божией. Он ключи ада и смерти никому не дал. Ни Петру, ни Папе Римскому. Так, туда на кухню. Ну, все.